Всем привет, дорогие друзья! В этом выпуске я хочу порадовать вас новой подборкой самых лучших телевизоров для игры на PS5, Xbox Series X, S. А если вам непременно захочется купить себе модель из ролика, то загляните в описание. Я оставлю там набор ссылок с ценами и подробной информацией. Начнем! Samsung QE65S95BAT просто напичкан доверху самыми инновационными технологиями и решениями. Он оптимизирован не только для гейминга, но и в целом как мультимедийный центр обладает всем необходимым. Изображение формируется квантовыми точками из массива OLED-матрицы, так как каждая точка – это вполне себе самостоятельная единица и подсвечивает себя сама, то телевизор способен выдавать практически чистый черный цвет. При этом остальные цвета тоже не обижены, они яркие и приближены к натуральным. Еще круче сделать картинку позволяет мощный процессор Neural Quantum Processor 4K. Его основная фишка заключается в том, что для улучшения изображения он применяет 20 обученных нейросетей, комбинируя их возможности. В итоге на экране обрабатывается каждый пиксель, регулируется яркость и контраст, и даже разрешение может быть повышено до 4К без видимых потерь качества. Звук представлен 6 динамиками общей мощностью 60 Вт, довольно высокий показатель для телевизора. Интересна функция слежения за объектами на экране, которая подает звук в нужное время в нужном месте. Конечно же, телевизор максимально оптимизирован под гейминг, причем не обязательно только под физические приставки. Дело в том, что модель сразу же из коробки поддерживает возможность игры через облако, например, через Xbox Game Pass. И естественно, что физические консоли тоже будут чувствовать себя как рыба в воде в этом телевизоре. Телевизор поддерживает самые современные решения, реализованные в топовых консолях, вплоть до 8К на частоте 60 кадров в секунду. На меньших разрешениях можно на 120 Гц играть. Во время игры умная система сама снизит отклик экрана, чтобы задержка между действиями пользователя и происходящим на экране была минимальной. В целом эта модель не только для геймеров, она в принципе универсальна. Хочется четкой картинки в аналоговом или цифровом вещании? Пожалуйста, отличный звук есть. Просмотр контента со стриминговых площадок в больших разрешениях тоже возможно. Наверное, одна из лучших перспективных моделей в рейтинге. Если вы еще по какой-то причине не подписаны на наш канал «Правильный выбор», то сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. А после подписки нажмите на колокольчик, чтобы гарантированно не пропустить новые ролики. LG OLED 55C2 RLA – главный конкурент предыдущей модели. Сразу же на себя обращает внимание практически полное отсутствие рамок. Дисплей изготовлен по модели OLED, как и предыдущий ТВ, поэтому способен показывать высокую степень яркости и при этом выдать идеальный черный цвет. С помощью умного процессора LG A9 Gen 5 система, обученная на многочисленных изображениях, сканирует состояние переднего и заднего планов, а затем корректирует их отображение, доводя до совершенства. Технология Dynamic Tone Mapping Pro наблюдает за 5000 блоков на экране и при необходимости корректирует режим HDR, тоже повышая качество картинки. Высокотехнологичный процессор вмешивается и в качество звука, волшебным образом преобразуя его из 2.0 в 7.1.2. Ну и конечно, телевизор оптимизирован для видеоигр. В этом ему помогает поддержка Dolby Vision Gaming 4K. То есть можно играть при самом высоком разрешении, да еще и на частоте 120 Гц. Во время игры система сама сменит время отклика на самое низкое, чтобы между действиями пользователя и отображением на экране не было задержек. Модель совместима с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Еще одна интересная особенность – поддержка NVIDIA GeForce Now. То есть играть на телевизоре можно и вовсе без приставки, прямо в облаке. Это привлекательная опция. А если вам уже нестерпимо захотелось купить эту или любую другую модель из ролика, то загляните в описание. Там есть все ссылки с ценами и подробной информацией. Sony XR55A95K – версия игрового телевизора от Sony. Специально для приставки PS5 интегрирован режим Auto Genre Picture Mode. Он позволяет определить, в какой тип игры играет пользователь, и самостоятельно применить нужные настройки для получения подходящей картинки. Это довольно удобно. Если что, можно подкрутить какие-то установки ручками. Также имеется режим Auto HDR Tone Mapping. Он следит за настройками HDR во время игры. Разрешение в 3840 на 2160 хватит всем – и любителям игр, и любителям сериалов. Матрица здесь установлена OLED с частотой до 120 Гц.
Поэтому практически любой контент будет смотреться на отлично. Различных улучшателей и процессинговых систем хоть пруд пруди. Есть интеллектуальные режимы для контраста, четкости, апскейла, выравнивания цвета, HDR. В общем, без яркой и качественной картинки пользователя телевизор не оставит. Что ж, это еще одна отличная модель как для игр, так и для просмотра самого разнообразного контента. Никогда не поздно поставить лайк под этим видео, можно сделать это прямо сейчас. Это не только поддерживает нас, но и помогает развиваться и дальше. Hisense 65U8HQ – телевизор, построенный на базе собственной технологии Hisense QLED. Точнее, это те же квантовые точки, как QLED у Samsung, но в своей реализации. Отличная особенность в технологии – использование мини-светодиодов, которые в 50 раз меньше обычных. Пиковая яркость составляет 1500 нит, но телевизор умеет подстраиваться под окружающее освещение и корректировать яркость при необходимости. Для любителей спортивных трансляций есть специальный режим «Спорт». Высокая частота и обработка динамичных сцен делает картинку плавной и четкой. Не обошлось и без вмешательства искусственного интеллекта. Каждый кадр анализируется и при необходимости корректируется прямо на лету. Особо стоит отметить режим «Фильммейкер». По задумке разработчиков он должен показать фильмы такими, какими их задумывал режиссер. То есть, часть различных улучшалок будет неактивна в этом режиме. Естественно, телевизор адаптирован для геймеров. Во время игры повышается частота обновления, снижается отклик, чтобы геймер мог успевать реагировать на происходящее на экране. Надо отметить, модель не самая дорогая на фоне аналогов. Тем не менее, перспективная и есть чем удивить самых разных пользователей. Samsung QE55QN90BAU – представитель телевизоров Samsung на квантовых точках. В модели используются мини-светодиоды Quantum Mini. Именно они и отвечают за четкость изображения и глубокий черный цвет. При своих размерах в 55 дюймов модель имеет разрешение 3840 на 2160. То есть не только игры, но и вообще любой контент будет смотреться великолепно. Под звучание разработчики отвели 6 динамиков общей мощностью в 60 Вт. Игровой режим позволит заметно улучшить качество игры за счет снижения времени отклика и увеличения частоты обновления экрана. Разъемов и интерфейсов хватит на все случаи жизни. 4 HDMI, пара USB и беспроводной Wi-Fi. Достойная модель с широкой универсальностью. Весь существующий контент будет воспроизводиться в лучшем виде. LG OLED 65G2 RLA – еще один представитель LG в нашем рейтинге. Дисплей построен на базе OLED-технологии. Инженеры встроили систему Brightness Booster Max, которая должна придать яркости пикселям аж на 30%. Естественно, на службу призвали и искусственный интеллект. С помощью мощного процессора LG A9 Gen 5 кадры анализируются и улучшаются. Для игроманов технология Dolby Vision 4K Gaming обеспечит максимальную частоту обновления экрана и минимальную задержку между вводом и выводом. Этот телевизор сможет угодить всем в доме – и геймерам, и любителям сериалов, и любителям спорта. Все необходимое для отображения лучшего качества контента у него есть. Sony XR55A80J – умный телевизор от Sony обладает интеллектуальным когнитивным процессором XR, который прямо на лету делает картинку и звук более реалистичными и четкими. Для улучшения цвета используются компоненты XR Smoothing и Live Color. Контрастностью управляют XR OLED Contrast и XR HDR Remaster. Кстати, система умеет апскейлить изображение до 4K при необходимости. Специально для приставки PS5 предусмотрены режимы коррекции HDR и автоопределения типа игры. Модель универсальна, сможет удовлетворить потребности сразу нескольких категорий пользователей – от любителей сериалов до геймеров. Надеюсь, вы нашли в рейтинге подходящую для себя модель. И если так, то сходите в описание к ролику. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Если вы еще не подписаны на канал «Правильный выбор», то сейчас самый подходящий момент, чтобы подписаться. А потом не забудьте про колокольчик, он не даст пропустить новые выпуски. Делайте лайки, не делайте дизлайки и пишите свое мнение в комментариях. А сейчас до свидания, встретимся в следующем ролике.